Ну, сейчас уже все ломаем. Вот только вставили, а еще ничего не сделали. А что, будете убирать наличники? Еще денег не хватает. Вы снимете потом наличники? Ну, наверное, если будем делать. Но это не скоро. Наличники у нас одни самые красивые на всю деревню всегда были. Сейчас уже некоторых домов старых нет, уже сломали, но наличники у нас единственные во всей деревне красивые. Да. По жизни бывает так, что что-то покупается, что-то новое строится, что-то старое продается. Чтобы выстроить новый, пришлось старый, допустим, продать, потому что семья расширилась. Здесь клевая очень вот резьба на фризе. Всем старенько. Может, и уже не дарил. Мужчина какой-то проехал, сказал, что вот та часть вроде как частная. Жилая, да. Типа жилая, но там никто не живет. В каждом городе сложилась своя традиция. За счет того, что резчики не могли далеко уехать, то есть не было такого, что резчик из там, Сибири сел на поезд и поехал выполнять заказ куда-нибудь там в Петербург. Нет, такого, конечно, не было. Они все были, работали довольно локально. Поэтому сложилась такая традиция, что внутри одного города, села, иногда даже деревни, как в данном случае, были особенные наличники, такие, которых не было там, за пределами, может быть, это даже деревни. Вообще, прям, я уже... Класс. Прям вообще офигенно. Можно